Добрый вечер, профессор Дамблдор. Эти слухи правда, Альбус? Боюсь, что да, профессор. Это и хорошо, и плохо. А мальчик? Хагрид привезет его. Вы думаете, это разумно, доверять Хагриду такое важное дело? О, профессор, я бы доверил Хагриду свою жизнь. Профессор Дамблдор, профессор МакГонагалл. Надеюсь, проблем не возникло, Хагрид? Нет, сэр. Малыш заснул как раз, когда мы пролетали над Бристолем. Ха. Не разбудите его. Ну-ка. Альбус, вы считаете это не опасно? Оставить его этим людям. Я наблюдала за ними целый день. Это самые ужасные маглы, какие только могут быть. Они по-настоящему... Это его единственные родственники. Этот мальчик прославится. В нашем мире не будет такого ребенка, который не знал бы его имени. Вот именно. Намного лучше, если он будет расти вдалеке. Пока не придет его час. Не надо, Хагрид. В конце концов, мы же расстаемся на время. Мистер и миссис Дурсль, дом 4, Тисовая улица, город Литл Уиндинг. Удачи, Гарри Поттер.